Вот так вот мы разобрали болид. Как он называется? Формула-1? Шумахера. Это главный разборщик. Виталик. Главный мастер по разбиранию. А я главный мастер по укатыванию. Или как это называется? По упаковке. Интернет-магазин Даншоп. Упаковка болидов. Это хвост. Это задница перевернутая. А это передочек. Мы его распилили пополам. И упаковали. Вот такое вот видео у нас. А это его гараж. Большой гараж, в котором он проехал.